Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota Land Cruiser Prado 150. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике есть несколько кусков. Гидропласт присутствует. Задние арки у нас голый металл. А то автомобили одни из самых шумных мест. Также по дверям голый металл. Пол в салоне более-менее либо и обработан. Крыша смотрим, голый металл. Владельцы не устраивают данное шумоизоляция, подготавливаем поверхность и приступаем к исправлению. Закончили клеить шумоизоляцию, вернее вибропласт на Toyota. Проклеен на пол в багажнике, проклеен на задние крылья. Тщательно прокатываем валиком, проклеен пол в салоне. Дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Это мембрана шумоизоляция Integra 6 мм. Проклеена крыша. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Toyota. Проклеена мембрана шумоизоляции пол в багажнике. Используем Raptor 4 мм. Также мембрану шумоизоляцию наносим на задние арки, пол в салоне. У нас блокшот, толщина 7 мм. Обработана крыша. Двери. В дверях нанесли третий слой фибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой наносим на дверные обшивки. Эксперт 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.